Итак, всем привет. Настало время, я не знаю для чего даже, начать все заново, потому что весь этот сетап, который вы видите сзади меня, он мне надоел. Я держался до последнего, и пора это, короче, дело прекращать. Надеюсь, что что-то получится новое. Идей никаких нету, сейчас начнем все это дело разбирать. Короче, поддерживайте меня с самого начала до конца. Сейчас я буду это дело снимать, оставлю все как есть, и будем строить все заново. Вот так вот. Так что давайте заставочку, погнали. Так, еще раз всех ребят приветствую. Давайте сделаем не такой трэш. Сейчас давайте сделаем с вами нормальную подсветочку. Во-первых, на налив давайте сделаем, чтобы подсветка работала на всю, чтобы у меня было нормально видно. Я смог с вами общаться, так, айфончик выключай нам. Все, с чего хочу начать. Пришел я в тупик, что вот я, конечно, сижу, мне, короче, ну это реально неудобно, потому что основная работа проходит за этим монитором. Это для мультимедиа, вот, для гонок, красота, для просмотра фильмов, красота, для просмотра YouTube, но в плюс-минус тоже красота. Ну, именно если мы говорим через внутреннюю, как бы, программу YouTube. Но мое основное рабочее место сейчас получается вот в таком положении. То есть я, в принципе, могу сесть и вот так вот, но это ни хрена неудобно. И здесь как бы все надо тоже перестраивать. Неудобно. Во-вторых, вот это вот то, что мигает. Подсветка опять сошла с ума. Короче, подсветка за 100 евро, 100 баксов сломалась. Поэтому нахрен ее будем выкидывать. Либо, короче, мы ее снимем. Я потом посмотрю, что там можно, может, припаять что-то. В чем там проблема, непонятно. Вот этот моник, точнее, телевизор. Телевизор, который висит. Сейчас я его буду снимать. Все, короче, клавиатуру, все, короче, убирать. Но стол пока оставлю. Поставлю моник. И пусть так пока стоит. В некрасивом виде пусть стоит. Потом я уже что-нибудь придумаю. Мне, короче, это все надоело, я хочу сделать все заново. Надеюсь, вы меня будете всю дорогу поддерживать, что-нибудь советовать дельное, может быть. Повесим, ну не повесим, может поставим, может повесим, хрен знает. Может три монитора, я вообще еще точно не знаю. Ну, давайте начнем с малого. Выключим телек и начнем его отсюда снимать. Может быть, на дачу заберу, хотя не знаю, зачем он там нужен еще. Окей, все, короче, давай снимать. Берем фонарик, чтобы было проще там все это дело смотреть. Фонарик с Алиэкспресса очень даже хороший. Заряжается прям, идеально работает. Маленький луч, большой луч. Большое расстройство было, что, короче, конечно, блюдю, мои любимые наушники сломались. Один наушник не работает. Не знаю, что делать. Короче, походу на помойку. Просто сломались. Ни с того ни с сего. Левая чашка вообще полностью вся не работает. Не знаю, починить там. Ну, попробуем, конечно, разобрать, но что-то я не уверен. Сжечь их надо. Подсветка охрененно прикольная. Вот это LeafX, который Z. Но получилось так, что здесь сломался блок питания, но сама подсветка за телеком идеально работает. А вот здесь вот наоборот. А здесь сломалась подсветка, и блок питания работает. Что произошло, я хрен знает. В итоге она сейчас постоянно так переключается, ну и хрен с ней. Сейчас, конечно, этот моник тоже снимаю, потому что я его сейчас, наверное, просто поставлю на подставку. И это потом снимем, и можешь задник поменять или не менять, короче. Вот не знаю, все, хочу сейчас снять и просто поставить моник перед собой. А это, ребят, кстати, мне деньги дарили на день рождения, там родственники, друзья. Вот что я себе купил, набор инструментов. Здесь есть вообще, мне кажется, все, что может потребоваться. И все очень аккуратно уложено. Что-то в районе 10-500 стоил набор. Или 9-800. Я уже забыл, там, кажется, выбор охренеть какой. Но выбирал, чтобы было реально прям все самое необходимое. Вот так вот. Так что очень помогает. Сейчас буду... Так, во-первых, его откручивать. И вот эту, наверное, штуку надо будет открутить. Потому что она здесь больше не нужна. Ну, что, начало положено. А то мы что-то слишком здесь задержались. Как говорится, Фостерс, держись. Конечно, мы не будем делать ПК в столе. Хотя, представляете, если мы запихнем весь этот ПК вот в такой стол. Я шучу. Нет, будем делать что-нибудь свое оригинальное. Ну, посмотрим, по чуть-чуть, потому что идеи вообще нет никакой.
просто никакой. Хочу сейчас сюда все примонстречить и все. И пока и будем смотреть. Я буду смотреть, визуализировать, как можно все сделать. Сейчас буду снимать подсветку. Вот так вот она мне интересно, конечно, наклеена за монитором, потому что он неровный. Ну, ладно, все, короче, сдираем. Наверное, сюда нормально повешу, вот отсюда. Время 10 вечера. Чем еще заниматься? Конечно, все откручивать. Видите, как тут некрасиво все сделано. Но когда все висело, было нормально. Ничего, что-нибудь заново сделаем. Мог удержаться и все-таки не использовал подставочку, а повесил. Моник. Блин, что-то я думаю, что здесь... Ребят, как вы думаете насчет... Я даже не знаю. Насчет трех моников. Сейчас вот эту всю мотню уберу снизу. Ее надо просто подвязать. Вот, прицепил. Здесь крепежка была большая, сделал маленькую, все протащил. Вот здесь пока вся вот эта фигня болтается. Скорее всего, Imagine Dragons просто можно пока повесить. Либо поставить, либо повесить можно еще вот такой широкоформатный монитор Philips. Он у меня давно. Хотел вроде как на дачу отвезти, потому что там можно разделить экран на две части. То есть использовать и по то, и по то. Типа для стримов может быть удобно. Посмотрим. Вот. Ну вот так вот пока вот парящий монитор. Над клавой, типа, совсем беспроводная тема будет. Сейчас клаву сюда подвинешь, и все будет отлично. Давай сейчас провода, короче, все уберем, сделаем по красоте, посмотрим. Вот, а дальше уже будем решать. Так что, посмотрим. Блин, от телека я избавился. Пока радует. Просто глаза теперь не так будут уставать. Хотя бы я сижу прямо перед компьютером. Потому что, знаете, почему? То есть раньше у меня не было такой заморочки, потому что... У меня на даче не было рабочего места, и как бы приходилось мириться, ну, типа, такая, работаешь вот сюда вот. А когда на даче ты сидишь и приезжаешь сюда, блин, просто невозможно. У меня глаза все болят, потому что когда я монтирую, это неудобно. Вот, теперь хотя бы все прямо. Ну да, вот так неудобно, но это моя тема, рабочие столы. Почему все не переделать нахрен? Потому что вот это давно было, надо бы снять. И здесь, конечно, в этом году точно все поменяем. А может даже и в ближайший месяц. Ну, это, наверное, точно. Точно в ближайший месяц. Так что будет интересно. Так, ну, на ближайший день все пока будет выглядеть вот так вот. Прям реально парящий монитор. Ну, зацените. Он просто парит. Ну, его надо будет немножко, конечно, подальше задвинуть. Я что-то вот так максимум выдвинул, видишь? Ну, типа, клавиатуру даже под ним. Здесь завесил Imagine Dragons. Типа, ничего не видно. О, такой сидишь, у тебя один мониторчик. Посередке. То есть все как надо. О, надо клаву немножко левее подвинуть. А ну-ка, типа так, еще. Во-во, другое дело. Ну, что-то типа такого. Ну, это пока. Фух, немножко разгрузил все это дело. Пока что вот так вот. Все, без второго монитора, хотя бы теперь я могу работать прямо. И реально это прям, во, как гора с плеч. Он, конечно, немножко высоковато находится, надо побольше стульчик поднять. О, вот так вот нормально. То есть и микрофончик здесь, и все, и проводов нету, и места дофига, и подсветочка есть. Ну, подсветку, короче, сделал, там кусок отодрал, который не нужно, подсоединил, а это еще хороший кусок. Это можно кое-нибудь еще подсоединить, типа на дачу. Хотя, блин, там и так, там у меня, по-моему, 6 метров такой подсветки. Вот, пока поживем так. Но вообще в будущем, что-то я думаю, что можно заморочиться с сетапом на 3 монитора. Вот. Потому что их никто не выдаст, их нужно покупать самому. И, конечно, не такие, потому что такой моник до сих пор, по-моему, стоит 1070, и это вау. Блин, 3 моника, это до хрена. Вот. И их вот непонятно. Их можно повесить прямо на стену. Ну, под углом. Мне не хочется столешницу сбивать, потому что вот столешница, она пустая. Мне это нравится. Ладно, давайте поживем пока вот так вот. Но у меня в будущем точно есть план поменять цвет вот этого стола, потому что, смотрите, короче, от мышки все равно она облезает. Немножко здесь она у меня уже вся покоцана, потому что я, ну, что-то здесь вообще каждый день делаю. Вот, и она слишком темная. Мне кажется, угол слишком темный. Будем работать. Но пока красота. Время просто летит. Время уже 00:30 ночи. Охренеть. А еще чем занимаюсь? Мы только что посмотрели сериал. Мы сейчас смотрим этот «Половое воспитание» называется сериал. Прикольная штука. Хотел
похвастаться новой покупочкой. Ребятушкам на стриме я уже показывал. Термопистолет. Мы, короче, свой старый, который я покупал в Леруа Мерлен или в Обе, короче, оставил на даче и купил в этом вазоне новенький. Типа 40 ватт. Ну, посмотрим. Стержни. Купил, но стержни пипец дорогие. Надо в Леруа Мерлен будет купить. Здесь, типа, ну, они длинные. Ну, окей. Будем клеить. Мне кажется, ну, без термопистолета дома вообще делать нечего. Как бы, ну, фирма не важна, можно и фикс-прайс взять за 55 рублей. Я не к тому, что там прям зубр-зубр, вообще любой. То есть, без термопистолета, вот этого термоклея дома делать вообще нечего, потому что помогает вообще во всем. Прям испробовано. Все клеим, вообще все. Все ремонтируется. Ну, пока могу сказать, что победа с этим монитором. Пока что да. Но темно. Прям что-то кажется как-то темновато. Хочется что-нибудь поменять. Посветлее столешницу сделать. Кстати, Тёмка спит. Это у нас мониторчик такой, чтобы за ним следить. Столешницу поменять. Вот эту вот штуку поменять. Вообще как-то все привести в божеский вид. Вот, надеюсь, все будет круто. Сейчас уже надо пойти ложиться спать. Хотел вам сказать спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Пишите, ребят, в комментариях, что вы думаете, что лучше сделать, как чего. Телек можешь в подсобку поставить. Хотя нет, блин, меня бы вообще в подсобку вот этот длинный монитор, шикоформатный, отхреначить. А сюда что-нибудь придумать. Три моника взять одинаковых, чтобы было вообще бомба. На одной стойке. Раз, два, три. Так вот, всего вам самого хорошего, позитивного. И залетайте почаще ко мне на стримы. Ну все, с вами был Илья. До новых встреч. Давайте, ребят, пока. Что-нибудь сделаем красивое. Пока. Вау.